ночь с 12 на 13 октября в одном из домов в СНТ Булатниково произошел пожар. Пламя охватило деревянно-щитовой дом площадью 160 квадратных метров. Несмотря на то, что пожарные приехали в считанные минуты спасти строение, и имущество не удалось. Распространение огня в деревянных домах происходит молниеносно. К счастью, на момент возгорания там никого не было. В настоящее время отдел надзорной деятельности проводится проверка по данному факту пожара в рамках 144 статьи Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Предположительная причина пожара в данное время является аварийный режим работы электросети. Именно эта причина, а также использование неисправных печей и каминов приводит к большинству пожаров осенью и зимой. Статистика ЧП с огнем неумолима. Только за последнюю неделю в Ленинском округе произошло 19 пожаров. Один человек погиб, двое пострадали. Сотрудники МЧС призывают не пренебрегать элементарными правилами пожарной безопасности. Ни в коем случае нельзя перегружать сеть электроприборами большой мощности, так как зачастую в домах, особенно которые расположены в деревнях, проводка ветхая, и это может привести к короткому замыканию. Проверить исправность установленных печей и каминов необходимо, проверить дымоход и очистить от сажи перед началом отопительного периода, далее регулярно, не реже одного раза в 3 месяца. Еще одна важная рекомендация – устанавливать автономные дымовые пожарные извещатели и, конечно, не забывать про огнетушители. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.